Турагентства досрочно объявляют открытым сезон отпусков, а в областном департаменте туризма снова рекламируют родные просторы и готовят специальную программу по привлечению инвестиций во всю эту красоту. Развитие туристического кластера главным образом связано с национальным парком Самарская Лука, об этом сообщил Михаил Мальцев. В проекте «Жигулевская жемчужина» предусмотрены пешие, конные, велосипедные маршруты по уникальным заповедным местам. Теперь дело за необходимой инфраструктурой. Особенно этот вопрос важен в рамках подготовки к чемпионату мира, а приоритетная задача – развивать отрасль и привлекать как можно больше туристов в Самарский регион. Если оценивать наш объем внутреннего потребления, ну, по разным оценкам он составляет по выездному туризму порядка 5-6 миллиардов рублей. То есть мы понимаем, что этот рынок достаточно большой, имеет смысл нашим туристическим компаниям, нашим предприятиям в сфере отдыха побороться именно за нашего, прежде всего, туриста.